Главной площадкой торжеств станет Успенский собор. В 11 утра на его колокольне и на площади у собора на передвижной звоннице пройдет пасхальный звон. А в 16 часов у колокольни состоится традиционная встреча благодатного огня. А по ее завершению в Успенском соборе пройдет пасхальный концерт. В преддверии главного праздника к православным христианам обратился митрополит Владимирский Суздальский Тихон. Он отметил День Святой Пасхи. Это повод для радости для всех верующих. И вот словами Иоанна Златоуста Матерь Церковь утешает нас. Радуйтесь все, постившиеся и не постившиеся, трудившиеся и не трудившиеся. Воссияла всем общая радость. Человечество получило возможность вечной жизни, перспективу будущего века.